До 1000 человек ежедневно сможет принимать новый медицинский комплекс в Астане. Сегодня его представили ведущим зарубежным ученым. Для гостей провели специальную презентацию, в ходе которой ознакомились с современным техническим оборудованием. Центр включает в себя 4 поликлиники и располагается составом высококвалифицированных кадров. Это 11 докторов и 24 кандидата медицинских наук. Во время встречи с учеными из-за рубежа вице-премьер Бердыбек Сапарбаев отметил, что государство тратит огромные средства на социальную сферу, в частности, на здравоохранение.